Ни одно 8 марта не обходится без цветов, и самые главные из них, конечно, тюльпаны. К тому, чтобы каждая женщина в этот праздник получила в подарок свой заветный букет, питомники Вашутина начинают готовиться еще за год. На территории питомника высадили почти 1,5 миллиона тюльпанов. Луковицы более чем 40 сортов Химки привезли из Голландии. Цветы на любой вкус, цвет и фактуру. Гладкие, бархатистые, махровые. В этом году приоритет сделан за миксованными цветами. То есть мы с вами видим вот даже в этом букете сочетание желтого и красного оттенка. В этом году это хит сезона, и мы стараемся следовать за мировыми тенденциями моды на цветы. Тренды диктуют отказ от монобукетов. Белые, розовые и красные тюльпаны отошли на второй план. Веянию моды поддалась и сотрудница цветочного производства Дарья. Еще в середине февраля, когда тюльпаны едва начинали зацветать, девушка уже знала, какими цветами порадует себя к празднику. Мы работаем с такими красивыми цветами, а как это может не ускорить весну, скажем так, у нас в коллективе? Я уже к 8 марта себе присмотрела букетик. Знаете, штук 17. Как-то, я думаю, для кучности, чтобы смотрелось получше. Впрочем, оттенок букета не так уж и важен. Главное, что тюльпаны, выращенные в питомнике Вашутина, отличаются своей уникальной вазостойкостью. При правильном уходе и регулярной смене воды цветы способны радовать своих обладателей до 2 недель. Более 2 недель они спокойно стоят в вазе. И в прошлом году вот один из наших сотрудников отметил, что у него стоял букет тюльпанов месяц. Представляете, месяц стоит цветок в вазе и радуется вас своей красотой. Ящики с цветами, бережно выращенными в Химках, каждый день отправляются по разным городам России. В Москву, Санкт-Петербург и даже Хабаровск. Считанные дни остаются до того, как тюльпаны из нашего городского округа сделают женщин по всей стране чуточку счастливее. Нина Липанова, Вильфред Зимковский, новости Химки ТВ.